Недавно я обновила наш ассортимент декоративной косметики. Я добавила в ассортимент три палетки теней. Это Champagne Pink, Nude Brow and Aquatic Blue. Так, давайте посмотрим, как выглядят тени Aquatic Blue. Здесь у них такая вот коробочка. В коробочке здесь вот нарисованы полностью цветовая гамма этих теней. Коробочка синего цвета. Открываем и видим вот такую палетку. Если вы любите макияж в сине-голубых тонах, я думаю, вам понравится эта палетка. В этой палетке также присутствуют перламутровые, матовые оттенки и оттенки с явным шаймером. Здесь находится вот такая вот кисточка с прорезиненной подушечкой и плотная кисточка для бровей. Так, давайте посмотрим, как это выглядит на коже. Давайте начнем с белого оттенка. Такой с перламутром, насыщенный цвет. Тени довольно плотные. Дальше у нас идет светло-голубой. Следующий у нас идет более теплый оттенок. Немножко более холодный оттенок. Более яркий оттенок. Более темный оттенок, такой холодный, черный и светло-серый. И делаем стандартный тест. Первый тест пытаемся стереть. Вот в этой палетке первые три оттенка, они немножко размазаны. Здесь уже меньше шаймера, больше перламутра, и вот эти вот оттенки, они практически все остались, только чуть-чуть вот на руке осталось блеска. Последние же, более темные оттенки, они практически не смазываются. Вот, то есть такой хороший устойчивый макияж. Следующий тест, тест на водоустойчивость. Тени остаются на месте. С этими тенями дождь, туман, повышенная влажность вам не страшны.